Здравствуйте! На обзоре томат Мазарини. Розовые сердцевидные плоды. Небольшие такие сердечки. Грамм до 200. Но сейчас мы их взвешим и посмотрим. Вот такие вот сердечки. Вырастила их без подвязки. Лежали прямо на земле. Имеют зеленое пятно плодоножки, что характерно для большинства разовоплодных сортов. Мякоть у него вот такая. Мясистая, плотная. Сейчас посмотрим, сколько затянет один плодик. Веса перегрелись и не показывают последнюю цифру. 170 грамм. Этот 180. Ну, как я говорил, до 200 грамм плоды. Куст высотой 1,20 м. По сроку созревания ранний. Очень сладкий. Подходит для консервации. Даже целиком. Вот такое вот сердечко поместится в банку. Оно туда влазит без проблем. За счет плотности не будут растрескиваться. И неплохо они при консервации не растрескиваются. И неплохо смотрятся в банке красивые сердечки. Если вырастить с подвязкой, не будет каких-то вот таких, видите, это все пятнышки от того, что этот томат был на земле лежал. И не полностью он, солнечные лучи на него попадали. И он такой не сильно красивый. Но тем не менее, на земле можно получить урожай. Так что если вы выращиваете без подвязки, нет возможности на даче приезжать очень часто или не хотите вообще связываться с таким делом, как подвязка, можете вырастить смело урожай на земле. Я вырастил, прекрасно растет, все хорошо. Сорт достойный. Если хотите приобрести семена этого сорта и других многих томатов, в описании под этим видео есть ссылочка на сайт. Заходите, заказывайте семена. Если понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если не подписаны. Впереди еще много интересных обзоров новых томатов.